Привет, интернет! Всем доброго времени суток! С вами Александр. И как многие авторы уроков, я, наверное, тоже открою цикл таких маленьких видео-ответов на ваши вопросы. И сегодня вопрос, который задал Константин. Он спросил, как загрузить в Cinema 4D референсы для моделирования. То есть мы рассмотрим, как загрузить картинки референсов в головы для ее моделирования. Тут есть два способа. Ну, давайте рассмотрим первый способ. Создадим две плоскости. Давайте чуть-чуть отскалируем. Назовем первую 1, вторую 2. Развернем их на 90 градусов. Вверх поднимем. И теперь одну плоскость поставим перпендикулярно другой. Вот таким вот образом. Щелкнув вот здесь вот двойным щелчком, создаем два новых материала. Теперь щелкаем по ним. Во вкладке «Цвет» делаем обзор файла. И находим тот референс, который хотим загрузить. Первый. И второй. Теперь кидаем первый референс на одну плоскость, второй на другую. Немножко давайте поднимем вот здесь вот так, таким вот образом. И вот у нас получилась вот такая вот виртуальная студия, которую вы наверняка могли видеть во многих уроках. И давайте также рассмотрим второй вариант. Закроем все файлы. Так, закрыть все. Нет, сохранять не будем. Перейдем в режим отображения всех четырех камер. Давайте выберем, например, вид спереди. Нажимаем настройки. Настройки окна просмотра. Вот здесь вот в панели фон напротив изображения щелкаем кнопку обзор и выбираем нашу картинку. И сделаем вид справа. То же самое. Настройки. Настройки окна просмотра. Выбираем вкладку фон. Обзор. И выбираем профиль. Все, пожалуйста, пользуйтесь. Изучайте программу. Работайте. Творческих вам успехов. Задавайте вопросы. Постараюсь по возможности ответить на них всех. С вами был Александр. Всем пока.